Здравствуйте, меня зовут Екатерина Кроваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Поделятся ими жители Городищенского района. Ну вот хорошая новость, я оформила сегодня пенсию. Теперь я, видите, молодая пенсионерка. Ремонт дома закончил. В этом году машину купил ребенок. Служит в части, по контракту пошел, купил машину. Вот. С Калачевской части перевелся в Волгоградскую часть. У внучки скоро день рождения, будет 2 года. Мы очень рады. Еще родился внук. Я сейчас услышала новость, что в Городище новая администрация. Очень надеюсь, что это улучшит наше Городище, сделает его чище, приятнее, дороги будут. А так, в общем, в целом, я считаю, что у нас так все нормально развивается, люди хорошие. Гуляем с детьми, хорошая погода. У меня у мамы в этом году юбилей, 65 лет. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться жители Городищенского района. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!